пятикратных чемпионов США любят и оценки соответствующие. Паша Грищук и Александр Жулин. Свалились на плечи Александра Жулина в тот год. Он выступал и как хореограф, и как тренер. Но, может быть, это ему и пошло на пользу, потому что в дальнейшем он полностью посвятил себя профессии тренера. И у него получается очень хорошо. Его пара Татьяна Навка, Роман Костомаров сейчас бурно прогрессирует. И уже в следующем сезоне они будут бороться за самые высокие места и на чемпионатах Европы, и на чемпионате мира. Но в том далеком 98 году об этом еще никто не думал. Очень затейливый танец. Наверное, Грищук и Жулин в то время считали, что их нового дуэта неплохие перспективы, но на горизонте уже появилась Татьяна Навка, которая вскоре стала супругой Александра Жулина, и он в дальнейшем посвятил себя тренерской деятельности, и этот дуэт распался. Ну, тогда еще никто об этом не знал. Но мы-то знаем. Оценки за технику. 3, 5, 7 и 2, 5, 6. Недоволен Александр. За представление. Даже есть одна... 5,9, но, скорее всего, с этими оценками, да, они третьи, а лидируют дуэт из Соединенных Штатов Америки.